Приветствую вас. Мне бы хотелось сказать, что причина такой чувствительности, неуверенности в себе, в сомнениях в себе, в недостаточной любви к себе, в недостаточном уважении к себе, возможно, в непринятии себя, своих недостатков, своих минусов, своих каких-то ошибок и так далее, и отсутствие адекватной оценки вас же самой. И как следствие, вот то, что вы написали, это следствие. Это следствие вашей проблемы. Еще в школе вы были неуверены в себе, из университета вы ушли из-за этого, хотя из-за чего вы не написали, но суть-то понятна. И значит, у вас с детства не было уверенности в себе. Что это означает? Это означает, что ваши родители не внушили вам, безусловно, любви к себе. Не внушили вам, что вы достойны просто сил того, что вы есть. И вам нужно вести себя так, как будто вы хуже, чем все, и либо молчать и ни с кем не говорить, не дай бог, что вам скажут, либо просто-напросто вот так вот себя вести. То есть вести себя так, как будто вы в чем-то виноваты. Но на самом же деле это не так, на самом же деле вы ничего плохого не делаете. Значит, сперва нужно разобрать детско-родительские отношения, а потом последовательно разбирать все ваши недостатки, все ваши минусы, думать, какие из них вы можете оставить, какие из них вам нужно принять, а какие стоит купировать и сделать менее явными, менее яркими, дабы они вам не мешали. Уверенность в себе достигается путем постановки значимых для вас целей и задач и постепенно их выполнения. С обязательным анализом средств, с обязательным анализом условий и требований этих задач. Тогда постепенно вы будете, выполняя эти задачи, вы постепенно будете становиться той, кем вы хотите себя видеть. Кстати, это отдельная тема для разговора, кем вы хотите себя видеть и что мешает вам ею быть. Если у вас, значит, паника, истерика, то здесь ситуация такая. Паника – это высшая форма страха, то есть вы чего-то боитесь. Если так, то у вас над страхом нужно бороться. Но не бороться в привычном понимании этого слова «побороть», то есть «подавить», а бороться в несколько ином значении. Бороться в том смысле, чтобы понять, чего вы боитесь. Бороться в том смысле, чтобы осознать, что именно вас страшит, и сделать это вашим оружием. То есть понять, чего вы боитесь, и увидеть для себя, что страшного-то в этом ничего нет, если это действительно так. Для начала нужно определить, чего вы боитесь, чтобы понять, какой подход лучше будет к вам подобрать именно в контексте борьбы со страхом. Это, основное, что я хотел вам сказать. Вам самой сейчас нужно определить, чего вы хотите для себя. Нуждаетесь ли вы в людях? Если да, то что они, по вашему мнению, должны вам дать? Что им от вас, что вы получаете от общения с ними, от взаимодействия с ними? И постараться это получить самостоятельно. Общение с людьми строится на общих темах, общих интересах, но и на общей уверенности в себе, на независимости, на равноправности.
И вот это то, что вам можно здесь сказать, именно здесь. Потому что в рамках ответа на вопрос вашу проблему не решить, она с вами была очень долго, и может быть у вас даже панические атаки, что является следствием фобического расстройства. И тогда с этим всем нужно разбираться. Разбираться вам с этим лучше с психологом, подробно, шаг за шагом, пробираясь к тому, чтобы стать той, какой вы хотите себя видеть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!